Ну что ж, попробуем погонять в блице, в яйце. Раз.
Ай, фрагов нету, конечно, но хотя бы живой уже неплохо. Обычно такое бывает редко. Как бы там ни было, но здесь в разы лучше играть, чем в больших танках. Твою мать, там такой жирный стоит, сука. Только мог еще урон накидать там по колышку. Ступил. Ступил. Пу-пу-пу-пу-пу-пу.
думаю вообще, наверное, читы продать. Хотя мне вот хочется ПТшки вот эти вот понять. Они с башней или они без башни. Судя по всему, что модуля нет, скорее всего, что нет башни. Хотя... Да, у ПТ-шек башни нет. Да, ПТ-шки без башен. Без башен нет ПТ. Сто сорок пять, 220, 215, 310, ну такое себе. Тут по сути два как целых танка осталось пройти, и потом уже пойдет более-менее. СТ-1 нормальный, Type-61 и СТБшечка. ПТшки я не знаю, стоит качать, не стоит вообще. Так. Насколько я помню, была информация, что японские ПТ собирались вводить в большие танки, но потом что-то у них не пошло. Было бы прикольно посмотреть на них в больших танках. Что у них получилось из этого? Поехали. Как бы стоя неподвижные, все. Я вот посмотрел на тяжи здесь, они довольно-таки медленные. И стоя здесь как бы неплохую роль играют. Даже я бы сказал, одну из самых, наверное. Ключевую роль. Мне повезло, союзнички помогли. Так бы я сдох, наверное, сейчас. Матильда 185. На мобильных ПТ может здесь и классно играть, но на медленных машинах тут очень сложно. Скажем так. Так, господи. У меня еще пушка стоковая, мне вообще сложно отыгрывать.
парня в топ выводить. Опять-таки здесь все зависит от команды. Если ты поехал один на направление, тебя быстро съедают, разбирают остальные. Поэтому тут поодиночке не так получится. При всем, так сказать, желание. Катаешься, твои союзники убивают пути. Братиш, а у меня ДПМ-то покруче будет. Значит, ты его толкаешь, да? Бывает такое. Ну, в принципе, нормально. Шестерочка, нужно надо голду заряжать. Варгаммеру. У них тут М6 КВ2. СУ-100. Пятерка опад, старушка, КВ1. Тут надо смотреть, куда поедут мои топы. То есть здесь получается больше командная, да, нежели в больших танках. В больших танках хотя бы можешь как-то разыграть. Здесь это не работает.
Да, блядь, уёбок. Баранка, сука. Так, у нас тут 1900. Тысяча девятьсот. Это карта типа Малиновки в больших танках. Тоже строение, с одной стороны. Там вот гора, блин. Thank you.
нужен. У нас Черчилль дайвен. Просто дайвен. Без мозга. Оно даже пробить не может. Настолько надо быть идиотом, что просто забей. Дает 20% скидку на покупку танка за золото. Скидка действует на танки из списка. Золото, спасибо. У меня золота столько нет. Покупать его за золото. Как-нибудь в другой раз. Еще боевка возьму нормальную пушечку, это будет круто.
Вот из-за таких идиотов и приходится сдыхать первым. Я на пташку не успеваю. А не успеваю. КВ-2000 красавчик. Так, мне надо вот этого парня, наверное. Или... Ну, сейчас как-то я сниму. Тогда посмотрим. Так, ну, судя по сетапу, должно быть все легко и просто. Да?
Где еще один этаж? Здравствуйте. Броня не пробита. Пробил. Пробил. Так, на этой пушке в ДПМ я буду проигрывать, но, ну, по крайней мере, альфа хоть будет, блядь, нормальная. Вот. И свободку не стал. Не пришлось. А скоро. Так что все будет. Нормально так. Насыпало. Прям так. Чётенько. Поедем и спробуем пушечку. Пушечку и портушечку. Пушечку, вертушечку. Я, блин, нормально. Начинается. Ладно. Это сяк. Почему-то мы по дефолту загрузили снаряды. Ну да ладно. Сам виноват, подставился. Ну ничего страшного, по идее должно вытащить. По идее должно вытащить.
АМХ стало. Я в барабанщиков тоже люблю, блин. Я, конечно, не так много настрелял, всего лишь 800, но... Ну, оно того стоило. Боекомплект. Боекомплект. Твою мать. Критическое повреждение двигателя. Движение невозможно. Пробил. Да иди ж ты нахуй. Вот я в жопу залез, блять. Ладно, похуй. Сука, сам виноват. Не надо было так наглеть. Не надо было так наглеть. Слишком нагло себя повел.
что мне еще нравится в этих танчиках, то что здесь нет, здесь невозможно перевернуться. Как бы возможность есть, но минимальная. Сам затопился, прикольно. Viva la France! О-о-о-о. А ну, блядь, мне пиздец. Наводчик контужен, разброс увеличивается. Оружие да. повреждено, точность стрельбы снижена. Я поиграл.
руднички. Алюминиевые руднички. Поехали. Смысл броня не побрить. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Пробил. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Я вот что думаю, может, наверное, выведу в топ и ставлю вашку эту. По модулям, так сказать, буду поподвижнее, поманевреннее. Быстрее буду перебегаться, больше урон наносить. А то я бы медленно меня двигло притует по кадету. Это не очень приятно. Пробил.
пулеметчика. Если эти клоуны затащат, будет неплохо. Вот овечка, блядь, ты видишь нахуй? Там чел, блядь, шопный нахуй, блядь. Я в шоке с этих игроков. Они видят прекрасно миникарту, и они им похер на эту миникарту. Они не смотрят, что здесь, что в больших танках, вот у игроков такой менталитет тупой, блин, они не смотрят на нее, они играют так, как они хотят. Из-за этого часто и проигрыши. Да, полторушку я откидал. Куда ты поехал? Лень базу взял, я в шоке нахуй.
позабрал. Этот холм, блядь. Я не понимаю, блядь. Вот это днище ебаное брало базу, блять. А это замей, блять. Тут будет потяжелее, тут три тяжа. Одна под две ПТ. Тут СТ-шек всего. Одна СТ-шка, одна ЛТ и тяжа в основном. Бой начинается. У нас две ПТ. Да, золотые. Но это то, что у них есть, ЛТ, это конечно. Это для них плюс. Потому что при наличии ЛТ они, по крайней мере, будут иметь информацию о том, где наш союзничек. Но он меня так убьет сейчас, блядь. Да. Не, молчу. Это, к сожалению, не лечится. Ходовая 9000, серьезно. Это забейка. Она что, золотая, что ли, чтобы ее за 9000 открывать? Что ж, как-то так. Если кто-то захочет со мной поиграть, эта игра есть в Стиме, она бесплатная, за нее деньги платить не надо. Вот. Довольно простая. Попроще, так сказать, чем большие танки. То есть World of Tanks. Вот. Поэтому, если что, так сказать, милости прошу. Нашему шалашу. С удовольствием поиграю. Лов злодей с кем-нибудь. Вот. А так. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Можете просто посмотреть.
как бы для меня не принципиально. Оценка моего видео. Вот. Засим откланиваюсь. С вами был Франкенштейн.